Более 15 тысяч алматинских предпринимателей получили государственную поддержку с начала года. Они смогли просубсидировать 806 проектов на общую сумму более 102 миллиардов тенге. В ходе реализации госпрограммы и поддержки бизнеса акцентируется внимание на вопросах создания рабочих мест и на развитии приоритетных отраслей экономики. В рамках реализации госпрограммы акцентировано внимание на развитии таких отраслей экономики, как образование, здравоохранение, легкая промышленность, производство продуктов питания, логистические услуги, туризм и другие секторы промышленности. У нас есть четыре направления. Это субсидирование процентной ставки по займам предпринимателей, частичное гарантирование по кредитам и льготное финансирование. И четвертое – это мониторинг достижения заявленных целей проектов. Сегодня для журналистов организовали пресс-тур по предприятиям региона, которые получили поддержку от госфонда «Даму» на развитие своего дела. Им помогали приобрести льготные кредиты, субсидирование и не только. Специалисты рассказывают, особое внимание уделяется насыщению внутреннего рынка отечественными товарами и услугами. На сегодня в мегаполисе с помощью господдержки работают тепличные комплексы, мясоперерабатывающие заводы, компании по производству ПВХ и другие. Мы построили завод на земельном участке 1 гектар, производственная площадь 3,5 тысячи квадратных метров. Вложили инвестиции более 800 миллионов тенге, 200 миллионов тенге мы взяли займ. Сейчас мы находимся именно в цехе по производству пенопласта. Вот этот цех как раз-таки был достроен за счет финансирования.